проспект Ленина – главная точка притяжения барнаульских суетологов. Если погулять здесь минут 10-15, можно самому услышать и увидеть, сколько ревущих машин проезжает мимо. Судя по всему, штрафы никого не пугают, да и самое главное, вряд ли вообще здесь кого-то штрафуют. 2 года назад депутаты Госдумы от Краснодарского края вообще предлагали лишать прав за шумную езду, ведь водители осознанно идут на нарушения. Чтобы оглушать прохожих, они переоборудуют свои машины, но, очевидно, лишение прав – мера слишком жесткая. Накануне уже другие депутаты Госдумы вышли с новой инициативой – увеличить штраф за ревущее авто до 100 тысяч рублей. Сейчас этот штраф в десятки раз ниже – всего 500 рублей. Музыку я чисто для себя включаю. Ну, то есть, ну, не так вот, да, чтобы это слышали все и... Ну, нет. Чуть-чуть, чтобы слышали хотя бы. Некоторые. Вот такие бесят, вот такие. Серьезно. Ну, я считаю то, что если гулять, там, например, с девушкой, атмосфера здесь совсем другая, не для этого. Мы думаем, они сумасшедшие. А вы когда-нибудь смогли бы встречаться с парнем и ехать с ним в одной машине, если бы он был таким? Нет. Нет, потому что категорически нет. С такой музыкой езжу только на каких-то непонятных машинах. Очень странных. Такая проблема есть и в других городах. В Алтайском ЗАГС-собрании сейчас следят за практикой соседних регионов. Ведь какой штраф ни вводи, даже до 100 тысяч рублей, на деле работать он не будет. Специалисты говорят, проблема в правоприменении. По сути, сегодня можно привлечь к ответственности только тех водителей, которые, условно говоря, находясь во дворе, жмут на газ и стоят на месте. А вот измерить шум на том же Ленинском проспекте с точки зрения полномочий правоохранительных органов задача сложная. У нас есть надежда, что в федеральном законодательстве при принятии нового кодекса административной ответственности были такие комментарии разработчиков, что этот раздел будет включен в раздел хулиганства, да, и тогда будет легче привлекать к ответственности. Но пока на сегодняшний день вот тот режим, который установлен, когда эти, по идее, транспортные средства можно лишать регистрации, да, если действительно они технически перевооружение автомобиля совершили, тяжело очень установить и не так много привлекает ответственности по этим основаниям. Среди ночи спишь, слышишь это самое, этот рёв. Вот поэтому и не очень приятно. Мне это не нравится, потому что я пугаюсь, это очень шумно. И... Ну, адреналин дает уже молодость, дается скорость, кайф. Рано или поздно скорость, кайф и шумная езда к чему-нибудь приведут барнаульских водителей. И если не к большому штрафу и лишению прав, то хотя бы к ранней глухоте. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.